Ох, и нелегка же деревенская жизнь, скажу я вам. Для того, чтобы сварить кашу или щи, ну или что-то испечь, нужно для начала заготовить дров, чем мы и занимаемся. Добрый день, дорогие мои зрители! С вами снова я, Юлия, и мой дневник. Наконец-то мы выбрались из своего душного поселка, в котором бесконечно лили дожди, в нашу замечательную деревню. Деревня настолько глухая, ну как бы цивилизация еще не совсем дошла, что приходится заниматься такими делами. Готовить дрова, колоть, топить печь, чистить снег. Это вот дрова на зиму. Как говорится, день год кормит, не потопаешь, не полопаешь. Вот едет мой водитель на транспорте. Сейчас мы загрузим эти чурбаки, везем до дома и будем колоть. Сейчас все загрузим, перевезем. На сегодня пока все. Будем колоть, складывать. Еще за дровами поедем? А? Еще поедем за дровами? Нет. А что? Пока хорошая погода, надо перевезти. Колоть будешь потом? Ох, нелегка жизнь на деревне, нелегка. Для того, чтобы попить стакан молочка и поесть мясо, нужно заготавливать сено. Сено косят кругом в округе. Травы полно, просторы необъятные. Но над этим нужно потрудиться. Не потопаешь, как говорится, не полопаешь. Вот такой он вот деревенский житель. У тебя никто не придет и не поработает. И в зной, и в дождь, и в снег. Деревенскому жителю всегда найдется работа. Это сколько вы сена заготовили уже? Хватает вам на зиму? А? Ты думаешь, что ли, молчишь? Я говорю, на зиму хватит твоим коровам сена? Ну, если лишнее, это не страшно, главное, чтобы хватало. Главное, чтобы хватало, говорю, лишнее не страшно. Что-то от дождя почернело все, да? Вот такие вот небольшие копешки стоят. Вон там вдалеке уже заготовлены это запасы на зиму. Это для двух коров, двух телят и, по-моему, еще две телки. Вот такой огород. Здесь картофель. Здесь тоже картошка с тыквой. Так вот трудится человек день и ночь, не покладая рук. Здесь такая красота. Небо сегодня просто прелесть. Хочется еще подняться вон туда, вон.
Я думаю, что там можно набрать луговых опять. Самое сейчас время. Дожди прекратились, влаги достаточно. И сейчас тепло. Я думаю, они там должны быть. Хочу туда подняться. Перерабатывает молоко. Отделяется сливки от молока. Сегодня свежая сметана будет. Тепленькие такие. Вкусно. Скромный деревенский ужин. Свежий картошечка. Браво. Готовится на печке. Такая кошечка тут Вадик. Вот. Нет, еще меньше есть у нас. А вот, 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 вот. Пойдем. Самый маленький. Иди поймай. А что, боишься, что ли? Ну, я руками удобно ловить. А вот одно их поймать, это все. Их поймаешь. А, не поймал. День стрижки сегодня. Один готов. Красивый вон. Шуба.